А сотрудники экономической полиции свернули бурную деятельность подпольной винокурни. Изъяли 2 тонны суррогатного алкоголя, который в самое ближайшее время мог оказаться на полках магазинов. Подпольный цех был оборудован в гараже на проспекте Народного ополчения. Спирт неясного происхождения держали в огромных пластиковых бочках. Тут же стояли коробки с пустой тарой, которые бутлегер скупал, видимо, в пунктах приема стеклотары, а также готовые к продаже бутылки с водкой. Марки известные, а вот содержимое очевидно из одной и той же емкости. Вот бочка наверху, с которой разлив идет. Вот ниппель. Соответственно, это у нее помещение для разлива. На бутылки с суррогатом клеили фальшивые акцизные марки. По статье об обороте поддельных документов и возбудили уголовное дело. Готовый товар бутлегер пристраивал в магазины через своих знакомых. Тонкости технологического процесса подозреваемый сумел изложить предельно лаконично. Как склад использую. Покупаю, продаю. Кто-то что-то сам делает. Что непосредственно вы покупаете, что продаете? Спирт покупаю, спирт продаю. Водка сам делаю. Ну, все.